Мероприятие DLX прекрасное, если учесть, что это первый раз, да, это, по-моему, первая конференция по DevOps в Минске, это вообще отличное начало. Мы смотрели и на спикеров, и на количество траков. 4 трака, которые, тем более, что 4-й был добавлен в последнюю минуту и набит потрясающим контентом, было очень интересно. Организация с точки зрения логистики тоже потрясающая. Все отмечали, что уровень крутой, что она первая, но что она явно не будет последней. И я слышала очень много позитивных отзывов. А еще аудитория. Вот я должен заметить, по сравнению с другими конференциями DevOps, ну, мы делаем какой-то интерактив, да, мы задаем вопросы, мы смотрим там, сравниваем реакцию на одни и те же доклады, и просто у нас два было, и было великолепно. Как партнеры мы, как всегда, хотели больше рассказать о том, что мы делаем. Причем для нас это очень важно, потому что приехали ребята и из Get, и из Juno. Для нас это одна компания, но два совершенно разных R&D в разных локациях. И такие мероприятия мы используем в том числе для того, чтобы обмениваться опытом друг с другом. Для нас это очень важно. Очень приятно, что в Минске начинают появляться такие события. И, в общем, я жду, что они будут происходить чаще, несколько раз в год.